Строгие ограничения в Шымкенте продлили до 21 декабря. Запрещены новогодние мероприятия, в том числе и утренники. Однако разрешили работать кинотеатрам. Новое постановление подписал главный санитарный врач мегаполиса. При этом заполняемость в залах должна быть не более 30%. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Работать кинотеатры будут с 9 утра до 9 вечера с приостановлением деятельности в воскресенье и праздничные дни. Ранее владельцы городских кинозалов неоднократно заявляли, что из-за пандемии оказались в бедственном положении. 9 месяцев они не работали. Изменения коснулись и ТРЦ, торговых домов. Теперь им разрешено работать по субботам. Но в воскресенье придется закрыть двери для посетителей.